Я стук услышала, сбежала вниз, открыла дверь и сразу вся застыла. В дверях стоял Иисус в сиянии рис, и я глаза свои в печали опустила. О, Господи, да что же я? Ты проходи, я тут, сейчас омою тебе ноги. Ты же устал, ну что же, заходи. Давай я кушать дам, ты же с дороги. Я мешкалась, не зная, что сказать. Слова мои куда-то затерялись. Хотела что-то делать, что-то взять. И руки мои робко опускались. Не смея взгляд поднять, я вдруг присела. И медленно подняв свои глаза, я взгляд его увидев обомлела, как он смотрел, а в них была слеза. Мне стало очень как-то жутко, неуютно, и я смутилась. Сидя рядом с ним, мне захотелось в эту же минуту все рассказать ему, но не хватало сил. Он вдруг приблизился ко мне, сел так близко, поправил мои волосы и вдруг сказал слова, а слезы словно градом полились, из моих усток вырвались слова, и с дрожью в теле я стала говорить ему о том, какая была я на самом деле, что вновь валяюсь под крестом. О, Господи, прости, я вновь упала. Я снова не туда пастись бежала, прости, что рожки мира захотела, и что опять с горы я вниз летела, поранила колени, руки, ноги, одежду всю порвала, и от ран я плакала, не видя, как с дороги давно сошла, где не было охран, где очень страшно, жутко воют волки, где люди ненавидят, судят, бьют, где слезы, зло, людские толки, где грех, как чаши, страстно пьют и пьют. Я так сидела с ним и робко говорила, и край одежды как-то теребила. На ней было так много дыр и грязь, я как-то не заметила все сразу. Но свет от глаз и от лица Иисуса так осветил мне все, что я в слезах к Нему прильнула, и лишь стала слушать Его слова, забыв про всякий страх. Он говорил мне очень нежно и так мило. Я слушала и плакала, и мне захотелось, чтобы ничто вдруг не затмило этой беседы с Ним наедине. Он наклонился низко, и склоненный елей на мои раны изливал, и взгляд его был очень умиленный. Он ни за что меня не упрекал. Он мне сказал, что знает мои раны, мои падения и всю боль души, и что меня он не оставит, не обманет, а будет всегда рядом днем в ночной тиши. Я слышала слова, и в сердце радость вошла, и поселила сладкий мир. С души моей ушла вся боль, усталость. Вокруг все стало празднично, как пир, как захотелось с Иисусом, сидя вместе, просто беседовать и никуда не уходить, и не тревожиться, не плакать, а петь песни, не падать духом, сердцем, не грустить. В его словах так много нежности и ласки. Он все смотрел мне очень пристально в глаза. Вокруг все стало словно в ярких красках, и высохла моя последняя слеза. Я захотела вдруг Иисусу омыть ноги, сказать Его, как я Его люблю, и что хочу идти с Ним дороги, и с ним быть рядом, даже когда сплю. Побыв еще немного, он простился, поторопился к выходу, остановился и опять он посмотрел, затем еще раз оглянулся, а я в дверях
осталась так стоять. Я вдруг проснулась, поняла, что сон, что нету никого. И я в молитве упала на колени и без слов стояла все и плакала, как в детстве. Так захотелось, чтобы встреча, что во сне, случилась наяву и длилась вечно. И я в слезах молилась в тишине. Мне показалось, это было бесконечно. Мне показалось, что мои переживания ушли так далеко, и горя нет. Я ведь услышала во сне эти обещания и поспешила обновить свой с ним завет. И я счастлива, что он меня так любит, хранит, оберегает и ведет своим путем, что к вечности приводит. Он, знаю, никогда не подведет. Слава Богу.